Сижу я, значит, ем сейчас, смотрю эти баночки панка и замечаю интересные вещи. Вот это, допустим, баночка смородина, я ее курил вчера. Смотрим, вроде бы ничего необычного, и фигась, тут нету штрих-кодика, да? Вот такого вот. Смотрим дальше. У нас есть баночка вот такая. Здесь наклеечка вот так вот идет, под самый край крышки. И смотрим вот эту баночку. Здесь не под край. Окей, думаем, даты другие, да? Смотрим даты. Даты изготовления 05.2023. А здесь у нас на баночке еще есть и день производства, а там только месяц. Но она, да, в январе произведена раньше. Может, у них, конечно, что-то поменялось. Но смотрим мы, допустим, еще и вот эту баночку. 26, 12, 23. Ага, значит, практически под конец 23-го года они опять вернули дату производства. Но здесь мы смотрим и... Ну вот, как вам показать? В общем, видно вот здесь вот то, что здесь две наклеечки. Сейчас попробуем отклеить прямо на камеру. То есть... Это как у нас там, честный знак называется или что-то такое. И его как будто наклеили на другой. Вот. Смотрите, видите? А под ним написано 11-12. 2023. Напоминаем, здесь вот это. А под ним 11-12-2023. Вот такой вот этот код. И написано табак для кальяна Панк с ароматом лавандер Раф. 11-12-2023. Сверху наклеено 26-12-2023. Вкус вроде тот же написан, но какого хрена? Все вот так вот. Непонятно. Зачем сверху еще одну наклеили? Вот такой вот у нас интересный табак панк.